Молодец. Короче, как и обещали, даем вам супер инфу. Мы уже были как-то в Казани, и нам там супер понравилось. Поэтому, и вам там понравилось. Поэтому мы возвращаемся туда снова, куда зовем и вас. У нас пройдет там супер-мега вечеринка снова и снова. Так что пишите вот сюда, покупайте билеты, и уже 7 июля мы устроим для вас супер тусовку. Казань, привет! И ближние города. У нас есть для вас новость. 7-8 числа у нас пройдет тусовка в Казани, где мы ждем ближайшие города, которые вокруг вас. Также хотим сказать, что вместо двух дней вы заплатите за один. Так что пишите нам в директ или по ссылочке приходите и пишите. Мы вас ждем. Там вы узнаете все подробности по поводу тусовки. И только попробуй, не приди. Лучше бы ноги побрила. Я обижена на Инстаграм и на тебя. Блядь, прихожу домой, и она решила Ферри помыть диван, блядь. С щеткой, блядь. Да, не кричи, это я все сделала, потом бритвы опять. Блять, ты хочешь, чтобы дивана вообще не исчезла? А чем мы дай тогда губку? Не этой штукой! Бляха, муха, ёрчик какой-то, ты унитаза взяла! Икея, конечно, классный магазин, но тут часто какие-то вот бомжи ночуют. Непонятные. Зачем? Почему их не выгоняют? Ладно, хотела сфоткать, видео буду делать. Иди отсюда, это не твоя еда. Нет! Аня сделала бургеры. Аня молодец. Ну, я тебя подожду. Да нет, кушай, он пока тёплый. Нет, я буду ждать тебя. Медийной личности. Короче, рассказывай, что ты молчишь. В общем, друзья, привет. Завтра в 2 часа дня у нас выйдет первый вайн, который мы очень долго делали. Ну, Таня его монтировала, но и долго мы снимали его. Так вот, мы будем ждать от вас лайки, комментарии. Ваше мнение, то есть все. И поддержку, как бы, да, можно, спасибо. И мы будем продолжать с этим. Да. В общем, завтра в 2 часа дня в профиль обязательно заходите. А сейчас я выложу следующее видео. Это как мы это все снимали. Ну, там такое коротенькое видео, оно прикольное. Вот так вот у тебя есть чай, ляжки жирные очень. Блять, сука! Меня Настя ебёт, блять! Зачем ты меня ударила? Всё, блять, что? Таня-то отстирается? Не знаю. В смысле? И чё я с такой на башке и голове буду? Да. Я не хочу так. Можно что пописить. Сидит нормально, что-то разводилась, блядь, как мужик. Я так всегда сижу. Да. Блядь.
Только не надо.